Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать новости доказательной кардиологии. Обычно мы считаем, что новость – это только то, что получено в ходе выполнения крупного рандомизированного исследования, но на самом деле есть очень много небольших исследований, которые, тем не менее, очень важны для практикующего врача, и сегодня мы как раз будем обсуждать результаты такого наблюдательного исследования. Это исследование посвящено оценке роли магниторезонансной томографии в диагностике острого инфаркта миокарда и вообще в процессе диагностики у больных, которые госпитализируются с диагнозом острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ. И очевидно, что магнитно-резонансная томография сегодня должна играть очень большую роль в определении тактики ведения таких больных, в уточнении диагноза, который стоит за входящим и дежурным диагнозом острого коронарного синдрома. Ну и, соответственно, в ходе выполнения этого относительно небольшого наблюдательного исследования, в которое были включено всего 114 тысяч последовательно госпитализированных больных с диагнозом острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, хотели проверить гипотезу о том, что выполнение магнитно-резонансной томографии с отсроченным усилением изображения гадолинием позволит увеличить возможность выявления коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта, у больных, которые госпитализируются с предполагаемым диагнозом острого инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ. В чем проблема и в чем сложность? Если больной поступает с диагнозом острого коронарного синдрома с подъемом сегмента СТ, то, в общем, как правило, не так сложно установить коронарную артерию, которая кровоснабжает зону инфаркта, поскольку это, как правило, окклюзия, это окклюзия коронарной артерии. У больных с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ окклюзии коронарной артерии нет, и может быть поражение нескольких коронарных артерий. И в этой ситуации не всегда легко понять, какая же коронарная артерия отвечает за развитие острого инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ. Кроме того, бывают случаи, когда коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта, поражена не так сильно, нет гемодинамически значимых изменений, и в таких ситуациях тоже очень трудно установить, какая же артерия ответственна за развитие инфаркта миокарда. По данным многоцентровых исследований, коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта, не удается установить примерно от 15 до 51% больных, ну, в зависимости от условий исследования. Но даже в случае установления коронарной артерии, которая кровоснабжает зону инфаркта, возможно ее ошибочное определение. Ну вот на этом слайде вы видите возможности магнитно-резонансной томографии в установлении природы и локализации поражения миокарда. При остром инфаркте миокарда очевидно, что среди больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ могут быть больные, у которых на самом деле имеется миокардит. И здесь магниторезонансная томография с отсроченным усилением гадолиния очень важна для диагностики. И другие поражения сердца, в частности саркоидоз сердца или амилоидоз сердца, которые могут имитировать развитие инфаркта миокарда, а на самом деле это совершенно другое заболевание. По данным международного исследования, включавшего больных с острым инфарктом миокарда и установлением коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта с помощью коронарографии, были получены данные о том, что дополнительное выполнение магниторезонансной томографии с отсроченным усилением гадолиния позволяет намного точнее определить область миокарда, которая кровоснабжается коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта. То есть практически в 99% случаев с помощью магниторезонансной томографии можно понять, какая же коронарная артерия в такой ситуации кровоснабжает зону инфаркта. Но это очень важно для принятия решения о чрезкожном вмешательстве именно в этой коронарной артерии. Кроме того, как я уже говорил, магниторезонансная томография очень полезна для определение коронарной артерии, кровоснабжающей зоны инфаркта у больных с необструктивной коронарной болезнью сердца,
по данным коронарографии. Магниторезонансная томография с отсроченным усилением гадолинием может помочь понять, каким на самом деле заболеванием обусловлено повреждение миокарда на основании определенной картины с учетом специфических характеристик некроза. Это позволяет выявить миокардит, амилоидоз сердца, саркоидоз, ну и, соответственно, выявить коронарную артерию в тех случаях, когда нет значимого стеноза, коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта. Относительно недавно был опубликован четвертый вариант определения инфаркта миокарда в 2018 году. И как раз в соответствии с этим определением и с этим документом очень большую роль играет как раз методы визуализации для уточнения диагноза инфаркта миокарда. И в частности, если у больного есть динамика уровня тропонина, то есть это означает, что есть признаки острого повреждения миокарда, то здесь могут возникнуть ситуации, когда только магнитно-резонансная томография, скажем, может выявить миокардит как причину динамики или повышения или динамики уровня тропонина. Если не выполнять магнитно-резонансную томографию, то, соответственно, есть возможность ошибочного установления диагноза, ну и в какой-то степени это, естественно, может влиять и на прогноз больного. Вот в этом документе представлены разные возможности магнитно-резонансной томографии для установления локализации ишемических поражений, трансмуральные, субэндокардиальные, локальные субэндокардиальные, ну и неишемических поражений тоже различной локализации и различной этиологии. Давайте теперь перейдем вновь к результатам этого исследования, в которое, напомню, было включено 114 больных, которые госпитализировались с направительным диагнозом острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. В этом исследовании участвовало 3 исследовательских центра, то есть это было многоцентровое исследование. Сначала больным выполняли магниторезонансную томографию с отсроченным усилением сигнала гадолиния, а затем уже выполняли коронарографию. Интервенционный кардиолог, который делал коронарографию и который делал вмешательство на коронарных артериях через кожные, не имел информации о результатах магнитно-резонансной томографии с отсроченным усилением сигнала. В последующем и данные коронарографии, и данные магнитно-резонансной томографии оценивали независимые эксперты, у которых не было информации о том, какая коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта, была установлена интервенционным кардиологом. То есть интервенционный кардиолог устанавливал коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта, не имея данных об МРТ. А те люди, которые анализировали изображение МРТ и коронарографии в последующем, у них не было информации о том, какая коронарная артерия была установлена в качестве артерии, кровоснабжающей зону инфаркта, интервенционным кардиологом на основании просто оценки визуальной информации. Характер усиления сигнала при магнитно-резонансной томографии оценивали для проверки гипотезы о возможной неишемической природе поражения миокарда. Включали больных, которые не имели противопоказаний коронарографии, естественно. Включали больных, у которых не было в анамнезе перенесенного инфаркта или коронарного шунтирования. Ну и, соответственно, должны были быть формальные критерии острого инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ, то есть должна была быть определенная клиническая картина и повышение или снижение уровня тропонина в отсутствии повышения сегмента СТ при наличии, как я уже сказал, соответствующей клинической картины, характерной для острого инфаркта миокарда и для острого коронарного синдрома. Не включали больных, естественно, у которых была нестабильная гемодинамика, если предполагалась потребность в немедленной экстренной реваскуляризации, если была не очень низкая скорость клубочковой фильтрации, менее 30 мл в минуту на 1,73 метр квадратный, и были противопоказания к магнитно-резонансной томографии. У всех больных собирали анамнез, физикальное обследование проводили. Медиана периода между госпитализацией и выполнением МРТ составляла 1,1
дня, то есть у кого-то раньше, у кого-то немножко позже. Медиана периода между МРТ и коронарографией составляла 4 часа. То есть как только выполняли МРТ, больным практически быстро выполняли и сразу после этого коронарографии. Если по данным коронарографии поражение коронарных артерий было гемодинамически незначимым, то о результатах магнитно-резонансной томографии сообщали лечащим врачам, поскольку эта информация была важна для определения дальнейшей тактики лечения. В этом исследовании для сопоставления результатов магнитно-резонансной томографии с результатами коронарографии использовали 17-сегментарную модель. Это такой достаточно стандартный подход. И, соответственно, на основании МРТ определяли очаги поражения. И дальше на основании предполагаемой коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта по данным коронарографии, тоже предполагали возможную локализацию инфаркта миокарда. И дальше эти данные сопоставляли. Как распределились все 114 больных? Коронарные артерии, кровоснабжающие зону инфаркта, в ходе выполнения инвазивной коронарографии была установлена всего в 63% случаев. То есть больше, чем у 30% больных, у трети больных коронарная артерия с помощью коронарографии установлена не была. В группе, где была установлена коронарная артерия, кровоснабжающая зона инфаркта, только в 41% случаев было совпадение МРТ и коронарографии. Другая коронарная артерия была выявлена в 9% случаев, в 8% случаев диагноз был другой, то есть не коронарная болезнь сердца, это был миокардит, кардиопатия Такотсуба или амилоидоз сердца. Ну и 5% вообще не было какого-либо поражения миокарда по данным МРТ с усилением гадолинием. Давайте посмотрим на другую группу, где интервенционный кардиолог не смог установить коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта. В 22% МРТ позволило установить такую коронарную артерию. Другой диагноз был установлен в 7% случаев. Здесь был либо миокардит, либо эмболия легочной артерии, либо саркоидоз. Ну и опять же, в 8% случаев вообще не было какого-либо повреждения, поражения миокарда по данным МРТ. Так что эти результаты свидетельствуют о том, что магнитно-резонансная томография позволяет совсем по-иному взглянуть на тех больных, которые госпитализировались с диагнозом острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ. На самом деле, во многих случаях это был вообще не коронарная болезнь сердца, а в тех случаях, когда был установлена коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта по данным коронарографии, на самом деле оказалось, что это совсем другая коронарная артерия. Ну и вот на этом слайде хорошо видно, в каких случаях магнитно-резонансная томография позволяет с большей частотой выявить коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта. Ну, в целом, если взять всех больных, то мы видим статистически значимое большее число больных, у которых можно было установить коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта по данным магнитно-резонансной томографии. Это левая группа столбиков. Ну а дальше посмотрим у больных, у которых не было значимых поражений коронарных артерий. Вот здесь посмотрите, насколько различаются, это вторая слева группа столбиков, насколько различаются данные магнитно-резонансной томографии и возможности восстановления коронарной артерии, которая кровоснабжает зону инфаркта, по сравнению с стандартной коронарографией. То есть самые большие различия. Кроме того, это больные, у которых имеется поражение трех сосудов. То есть когда у вас есть гемодинамически значимое поражение трех сосудов, то в такой ситуации очень трудно понять, какая же артерия кровоснабжает зону инфаркта и в какой артерии в первую очередь надо выполнять вмешательство. Ну и, наконец, последняя группа столбиков, в которой было различие между результатами магнитно-резонансной томографии и коронарографии, это больные, у которых был максимальный стеноз, то есть стопроцентный, то есть практически окклюзия
коронарной артерии. И окклюзия может быть хронической, а врач думает, что это как раз та окклюзия, которая привела к развитию данного инфаркта миокарда. И вот здесь мы видим, магнитно-резонансная томография позволяет также точнее выявить коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта. Это очень важно. Ну и авторы этой статьи, этого исследования приводят наиболее демонстративные случаи. Мы видим, первое, это когда магнитно-резонансная томография позволила выявить коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта, в том случае, когда она не была выявлена по данным коронарографии. Коронарография не выявила, а магнитно-резонансная томография позволила установить инфаркт миокарда в бассейне кровоснабжения правой коронарной артерии. Второе – это выявление другой коронарной артерии. То есть в этом случае думали, интервенционный кардиолог думал, что эта коронарная артерия – это левая коронарная артерия, которая кровоснабжает зону инфаркта, а оказалось, что это огибающая артерия. Естественно, это могло повлиять на тактику лечения, если бы интервенционный кардиолог имел такую информацию. Диагноз отличный от коронарной болезни сердца при наличии коронарной болезни сердца. То есть по данным коронарографии думали, что есть инфаркт миокарда в области кровоснабжения левой нисходящей коронарной артерии, а на самом деле у больного оказался амилоидоз сердца и просто стеноз в левой коронарной артерии. Ну и, наконец, диагноз отличный от коронарной болезни сердца в отсутствии коронарной болезни сердца. То есть при коронарографии нельзя было установить поражение коронарных артерий, а по данным МРТ был выявлен миокардит. Вот такие большие возможности в диагностике у больных, которые направляются с диагнозом острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ. Таким образом, делается вывод, что выявление коронарной артерии, кровоснабжающей зоны инфаркта у больных с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ с помощью коронарографии представляет сложную задачу. То есть ошибки, если мы основываемся только на результатах коронарографии, очень высока вероятность таких ошибок. Почти в 50 случаев МРТ со срочным усилением сигнала гадолинием позволяет установить новую коронарную артерию, кровоснабжающую зону инфаркта, или уточнить неишемическую природу заболевания. И нередко выполняется реваскуляризация миокарда, которая в коронарной артерии, которая не кровоснабжает на самом деле зону инфаркта миокарда по данным магнитно-резонансной томографии с отсроченным усилением сигнала гадолиния. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что все-таки на сегодняшний день, когда мы, конечно, добились успеха в лечении острого коронарного синдрома за счет инвазивных вмешательств, становится очевидно, что коронарография не всегда позволяет оптимально выбрать тактику лечения. И поэтому, на мой взгляд, это мое личное мнение, что для успешного функционирование любого сосудистого центра должна быть круглосуточная возможность выполнения магнитно-резонансной томографии сердца с отсроченным усилением сигнала гадолинием. И это позволит существенно улучшить результаты лечения больных, достаточно широкого круга больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ. То есть больных, которые направляются с таким диагнозом, доставляются стационар. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Роксана Мухарямова. Я рада встретить вас в мобильной студии Первого медицинского канала, где мы общаемся с Константином Ивановым, врачом-терапевтом-кардиологом, кандидатом медицинских наук в рамках нашего кардиоцикла «Кардиозум». И в рамках цикла есть несколько рубрик. Одна из них, мы ее назвали «Битва гигантов», где мы обсуждаем разные фармакологические новости, поскольку их много, и хочется понять, это битва, не битва, кто победитель, а кто побежденный. Тема аспирин. Почему-то я догадывался. Почему-то я честно догадывался. Мы знаем, что с 2018 года, где-то чуть раньше, где-то чуть позже, появились изменения по рекомендациям аспирина. Это первичная профилактика, безусловно. У кардиологов и других врачей терапевтических специальностей, которые нас смотрят, есть ряд вопросов. Когда назначать, когда уже не назначать?
Помоги, пожалуйста, нам разобраться. Но вообще, когда речь заходит про антиагреганты и, разумеется, антикоагулянты, у меня сразу возникает такой некий образ, что это парк аттракционов, многодетная мама, муж зарабатывает деньги, разумеется, на это все, чтобы им все это позволить. И вот она приходит, дети разбегаются, а она в замешательстве, не знает, что делать. И это, по большому счету, происходит не только с терапевтами, это происходит и с кардиологами. Потому что, если говорить про там еще современные НОАК, так называемые, то разобраться нередко бывает непросто. Но с аспирином в действительности, на самом-то деле, все достаточно просто. Действительно, было большое исследование, которое показало, что, к сожалению, ацетилсалициловая кислота или аспирин, он себя не проявил в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, не то, что даже себя не просто не проявил как кардиопротективный эффект или по ряду других функций, которые он должен выполнять, в том числе это касается реологических свойств крови, он может быть еще и опасен, потому что риски возникновения кровотечений были больше, несопоставимо больше, нежели с профилактической стороны действия аспирина. Более того, когда его начали оценивать на предмет влияния онкологических заболеваний, есть тоже ряд исследований, которые показали, что он усугубляет. Потом были ряд исследований, которые, опять же, излюбленная тема, оценка витамина D и, опять же, аспирин, еще большие риски получаются. И, по большому счету, они просто его исключили из первичной профилактики. Если объяснять совершенно простым языком, то это здорово, честно. Вот, Роксана, это очень хорошо, потому что большинство терапевтов, они хоть как-то понимали, а вот большинство пациентов, они всегда реагируют исключительно на рекламу по телевизору. А в рекламе по телевизору всем сказано, ребята, аспирин пить всем. Вот. И огромное количество кровотечений, желудочно-кишечных кровотечений, огромное количество событий нарушения мозгового кровообращения на фоне гипертонических кризов за счет, казалось бы, 100 мг там, или 75 мг приемов аспирина. То есть это низкие дозы, это не 300 мг аспирина. И сейчас аспирин используется только при вторичной профилактике. Когда уже случилось сердечно-сосудистое событие, тогда мы уже используем аспирин. И уже в различных ситуациях мы там используем комбинации какие-то различные, то есть это может быть антиагрегант или антикоагулянт. Вот. И это достаточно в неком роде обидно, потому что одно из исследований, которое нам показало, мы же попытались использовать и другой антиагрегант, который можно давать два раза, и он провалился. То есть чем был удобен аспирин? То, что у него он был пролонгированный действие именно в этой ситуации. Но вот большие исследования показали нам, что оказывается не просто неэффективен, а еще и может быть опасен, серьезно. Смотри, судя по тому, что ты говоришь, аспирин сейчас показан исключительно тем, у кого событие уже какое-то произошло. А что же ты мне скажешь, например, на то, что есть у человека бляшка? Ну, стеноз, условно, 50%. Вот он был случайно обнаружен, бессимптомный пациент. Что должен делать кардиолог? Назначать или не назначать аспирин? Является ли в этом случае профилактика первичной или уже вторичной? Вообще, 50-процентный стеноз, прежде всего, он является не гемодинамически значимым. А значит, что это первичная профилактика. Опять же, если было 70%, говорили о другом. И при этой ситуации, конечно же, аспирин не назначается теперь. Но речь должна сразу зайти о назначении статина. Непременно как раз. И тут очень любопытная история, потому что, конечно, мы очень надеялись на вот это некое действие провоспалительное. И оно себя не показало как раз. И тут мы уже надеемся на некий плеотропный эффект от статинов. Что же говорить о так называемых защищенных формах аспирина, которые вроде бы не повреждают желудочно-кишечный тракт? Может быть, хотя бы здесь можно? Нет. Продолжать назначать? Нет. Так называемые кишечно-растворимые формы аспирина, они работают по большому счету так же, как и все остальные формы аспирина. И, в общем-то, они тоже изучены, поэтому тут абсолютно никакой разницы нету. И вообще, если мы говорим не просто про аспирин, а в целом про нестероидные противовоспалительные препараты, в целом, это же действительно важно. Мы говорим мало про это, даже кардиологи про это мало говорят. Это очень опасные препараты, которые повсеместно назначаются. Голова заболела, выпил. Там, нога заболела, выпил. Да все что угодно заболело у соседа, все равно ты выпил. А это приводит к ряду нарушений, которые приводят к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну и раз уж мы называемся «Битвой гигантов», у меня есть вопрос, который волнует многих кардиологов. Не является ли вот это вот ущемление позиций аспирина, по твоему мнению, по сути, борьбой какого-то другого препарата, который меняет реологические свойства крови? Есть такие предположения, не только мои.
Мне очень нравится одно из интервью, которое давал не так давно Браунвальд, вот, который, в общем-то, говорил, что, ребят, знаете, есть кардиологи, которые говорят, что вот уже гвоздь в крышку гроба уже забит. Я так не считаю, честно говоря, потому что, по большому счету, аспирин очень даже рабочий препарат. Просто надо немножко посмотреть, где может быть ошибка. Когда ведь только начинали, например, работать с антиагрегантами, очень у многих пациентов смотрели агрегацию тромбоцитов, например, в Соединенных Штатах Америки. У нас это не так было распространено, и у многих это просто не работало. По ряду причин, потому что там же нужно тоже оценивать, в том числе и определенные генетические мутации. Это разные пациенты. Именно поэтому он может быть очень по-разному работать. Поэтому я думаю, что здесь должен быть глубокий анализ. Но вот на мое глубокое убеждение, что вот два препарата, которые сейчас претерпели, так сказать, гонение, это, разумеется, аспирин и бета-блокаторы, которые убрали из первого ряда при артериальной гипертензии, может быть, это не очень пока обосновано. Но с позиции доказательной медицины так и есть. Остается ли сейчас аспирин в 2019 году в российских рекомендациях, протоколах и стандартах? Я скажу честно, я вот при первичной профилактике аспирин не даю. В отношении рекомендаций 2019 года я могу ошибаться, честно, но я такого пересмотра не помню пока, потому что, по-моему, вероятно, он еще все-таки остается. Костя, спасибо. Спасибо. В мобильной студии Первого медицинского канала был Константин Иванов, врач-терапевт, кардиолог. И мы говорили сегодня об аспирине в рамках нашего цикла «Кардиозум».Глубоко уважаемые коллеги, мы продолжаем обсуждать клинические наблюдения. И сегодня мы обсудим редкое осложнение острого инфаркта миокарда. Ну, в подходах к выбору клинических наблюдений может быть несколько. Можно искать в своей практике какие-то клинические наблюдения или в практике коллег. Однако все-таки по личному опыту рассмотрения таких случаев нередко они не могут считаться, ну, такими завершенными описаниями, и очень часто остается много вопросов, на которые не удалось ответить в ходе более или менее тщательного обследования больного. Поэтому, мне кажется, представляет интерес знакомство с теми случаями, которые опубликованы в ведущих кардиологических или медицинских журналах и которые содержат с собой всю полноту информации и, соответственно, могут представлять более надежные данные и больше интерес для практикующего врача. Итак, клиническое наблюдение. Это наблюдение совсем недавно было опубликовано на страницах журнала Journal of American College Cardiology Cardiovascular Interventions. Описывает больную 80 лет. Эта больная была госпитализирована в отделении неотложной помощи с признаками кардиогенного шока. В анамнезе в течение предшествующей недели у нее были эпизоды сильных болей в грудной клетке. К врачам не обращалась. В течение предшествующей ночи был очень сильный болевой приступ, который продолжался в течение нескольких часов. И после полудня больная потеряла сознание, и только тогда была вызвана скорая помощь. В момент госпитализации отмечалась артериальная гипотония, давление 60,30 мм тотного столба, была потребность введения норадреналина, на электрокардиограмме картина нижнебокового инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ. При эхокардиографии отмечалась акинезия нижней, задней, боковой стенок левого желудочка и отмечался умеренный выпад в полость перикарда в области передней стенки в отсутствии спадения правого предсердия и правого желудочка. То есть был выпад, но спадение коллапса правых отделов сердца не отмечалось. По данным коронарографии отмечалась окклюзия огибающей артерии и умеренное поражение правой коронарной артерии. То есть очевидно, что огибающая артерия – это как раз была артерия, кровоснабжающая зону инфаркта. Больной выполнили вентрикулографию. По данным вентрикулографии отмечалось одновременное контрастирование обоих желудочков, однако без экстравазации в полость перикарда, что позволяло предположить наличие разрыва межжелудочковой перегородки. То есть механическое осложнение инфаркта миокарда.
Учитывая наличие выпада в полость перикарда, по данным трансторакальной кардиографии больной, выполнили ручное введение контраста в правый желудочек, что подтвердило разрыв свободной стенки левого желудочка. То есть у этой больной было очень редкое осложнение острого инфаркта миокарда, то есть так называемый двойной разрыв. Это разрыв межжелудочковой перегородки и разрыв свободной стенки левого желудочка. При анализе этого случая возникает вопрос, почему же при наличии выпада в полость перикарда у больной не было коллапса, не было спадения правых отделов сердца. То есть если бы у больной был только разрыв свободной стенки левого желудочка с попаданием крови в полость перикарда, то, как мы видим на левой картинке, у больной бы по мере нарастания выпада отмечалось спадение правых отделов сердца. Однако у больной был еще разрыв межжелудочковой перегородки, и кровь из левого желудочка попадала в правый желудочек, поддерживая давление в правом желудочке, и поэтому мы видим, что спадение по этой причине правых отделов и не происходило. Дальше больной, естественно, было выполнено экстренное хирургическое вмешательство, несмотря на то, что, конечно, в такой клинической ситуации не только с учетом возраста, но и с учетом сроков инфаркта миокарда и тяжелого состояния кардиогенного шока, конечно, понятно, что риск операции был крайне высокий, но в такой ситуации единственная возможность спасти больного – это выполнить экстренное хирургическое вмешательство. И оно было выполнено. Больной было выполнено коронарное шунтирование и пластика межжелудочковой перегородки и свободной стенки сердца. И мы видим, ну вот, схематично, как могла выглядеть такая операция. То есть пластика и разрыва межпредсердной перегородки и пластика разрыва свободной стенки. Однако, к сожалению, несмотря на выполненное вмешательство, больная умерла. В моей клинической практике не было больных с двойным разрывом, но были больные с разрывом межжелудочковой перегородки. И, к сожалению, вот большинство таких больных, даже несмотря на хирургическое вмешательство в несколько более отсроченные сроки после операции, когда они, если они выживали, не приводило к... То есть все равно сопровождалось очень высокой смертностью. Но все-таки с учетом литературы, по-видимому, конечно, я не кардиохирург, но по данным литературы и мнений экспертов, все-таки надо способствовать более частому и более раннему вмешательству у больных с механическими осложнениями, несмотря на очень высокую смертность. По данным канадских авторов, которые приобрели большой опыт ранних вмешательств при механических осложнениях острого инфаркта миокарда, все-таки удалось добиться очень приемлемых цифр выживаемости. По-моему, эта цифра составляла там около 36%. В такой клинической ситуации выживаемость 36% после операции – это очень хорошие показатели. Так что вот такой случай. И авторы делают вывод, что в современной клинической практике, когда больным раньше выполняют реваскуляризацию миокарда, естественно, что частота развития механических осложнений острого инфаркта стала все реже и реже, но все-таки такие осложнения встречаются. Двойной разрыв миокарда представляет собой сочетание двух форм разрыва. Разрыв свободной стенки, разрыв межжелудочковой перегородки и или разрыв папиллярной мышцы. У этой больной был разрыв свободной стенки и межжелудочковой перегородки. Такая форма разрыва встречается очень редко и сопровождается очень высокой смертностью даже при выполнении экстренного вмешательства, что подтверждает данное клиническое наблюдение. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.